10 апреля в Твери пройдет первый массовый субботник. От мусора предстоит очистить 15 территорий. Как и в предыдущие годы, грабли и метлы в руки возьмут служащие муниципальных предприятий и организаций. Управляющим компаниям также рекомендовано организовать уборку территорий, которые находятся в зоне их ответственности. Планируется привести в порядок территории отдельные улицы, проспекты и зоны отдыха во всех районах областного центра. При этом запланирована не только уборка газонов от бытового и строительного мусора, но и удаление несанкционированных граффити и объявлений с фасадов зданий, опорно-наружного освещения, уборка аварийных деревьев, обрезка сучьев, поросли, ремонт малых архитектурных форм. Напомним, что начало субботника в 10 часов утра.